Новое пополнение в спецавтобазе. 5 сентября в ночную смену на уборку орловских улиц вышли три подметально-уборочные машины, прибывшие к нам из Москвы. Благодаря договоренности Андрея Евгеньевича Клычкова с мэром Москвы Собяниным, нашему городу безвозмездно было передано 20 единиц коммунальной техники. Первые три единицы уже находятся в городе и в тестовом режиме работают на уборке города. После того, как мы проведем диагностические работы с остальной техникой, она также будет выведена на улицы города, что позволит в два раза увеличить площадь убираемых территорий.